14 октября в российский прокат выйдет новый фильм американского режиссера Елены Попович «Человек Божий». Картина рассказывает об испытаниях и невзгодах, выпавших на долю святителя Нектария Эгинского, одного из наиболее почитаемых святых Греции. Чудотворец при жизни, который был осужден без суда, оклеветан, изгнан. Божий человек, который до конца оставался верным своим принципам, вере, и без колебания восстал против консерватизма своего времени, основав первый женский свято-троицкий монастырь на острове Эгина, Греция. Выход фильма о святом Нектарии Пентапольском поддержан многими уважаемыми священнослужителями. Протоиерей Андрей Ткачев, Алекс Теняев и Артемий Владимиров приглашают православных верующих в кино, чтобы узнать больше о жизни этого удивительного человека.